Привет, народ! Или по-мужски здорово, поставь лайк и подпишись, и сегодня я покажу крутой соло глич на деньги для бедных новичков. Что ж, не буду долго тянуть. Погнали! Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как для ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. Итак, для этого глича в первую очередь нам нужно купить вот этот гараж, который находится на шоссе 68. После этого мы покупаем Sand King на дешевом сайте с авто и выбираем место доставки на гараж. Далее приезжаем за нашим Sand King'ом в гараж и едем, как показано в видео. Но не стоит забывать про то, что все это нужно делать в промежутке с 9 до 15.00, или у вас ничего не получится. После этого останавливаемся в этой точке и начинаем очень медленно ехать обратно. Можно сказать, даже катиться. Как только вы немного проехали, можно увидеть на горизонте тюнингованный Sand King. Теперь вы можете быстро подъехать к нему и отвезти его в гараж, чтобы он у вас сохранился. Далее вы можете повторить все то же самое. Так вы можете делать, пока не заполните целый гараж, и можно будет продавать все эти машины. А одна тачка стоит 17 тысяч долларов. Если так пофармить, то вы быстро окупитесь. Ну а на этом все. Если вам действительно понравилось это видео, то не забудьте поделиться им с друзьями, а также поставить лайк и подписаться. Всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока.